В Ульяновске торжественно открыли театральный сезон. В сентябре наши служители Мельпомена ожидают гостей из соседних республик и готовятся к фестивалю «Золотая маска». Для директора Ульяновского драматического театра этот сезон особенный и насыщенный событиями. Кроме того, у нас гастроли, очень серьезная гастрольная сентябрь. Такого еще не было, как бы, в нашей истории театральной жизни, когда мы принимаем «Золотую маску», потом Якутский музыкальный театр, оперы и балет. Это, который вообще как бы никогда в жизни, по-моему, не выезжал даже за пределы своей республики, потому что театр молодой, 50 лет ему, и сейчас они ездят, вот уже были в Казани, переехали в Уфу, следом приезжают к нам. Режиссер Владимир Золотарь явил публике «Макбет», одну из четырех трагедий Уильяма Шекспира. Трагедия полная мистики, страстей и роковых событий. То, что происходит на сцене, затягивает зрителя в мрачный сюжет. Генерал Макбет одержал славную победу, его ждут заслуженные почести, новые владения и любимая жена. Но ведьма искушает воина, пророча безграничную власть. И он решает не довольствоваться тем, что имеет, а прорубать свой путь к вершине, словно на открытом поле брани. Все персонажи представлены в современном стиле, одеты, как большинство людей нашего времени. Какой бы драматургию театр ни брал, к какому бы веку бы она ни относилась, да, мы же говорим современным человеком все равно о современном человеке, о сегодняшнем восприятии мира, жизни и так далее. А классика ведь на то является классикой, не на то, что это такая история, с которой мы там должны пылинки сдувать. Несмотря на сложную эпид-обстановку, зал был почти полон. Нарядные платья и костюмы всех благодарных зрителей дополняли маски. Перед спектаклем всех присутствующих поприветствовали первые лица города и области. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, Ульправда ТВ.